Великобритания потратит более 770 миллионов долларов на модернизацию своей военно-морской базы в Шотландии. Об этом заявил в понедельник министр финансов Джордж Осборн. Речь идет о военно-морской базе Фаслейн на реке Клайд в 40 километрах от Глазго. На ней базируются подводные лодки «Трайдент» с ядерным оружием. Это основа ядерных сил Великобритании. Проект восстановления рассчитан на 10 лет. Средства пойдут на сооружение судоподъемников, волнорезов, причалов и других крупных объектов. Строительные работы начнутся в 2017 году. Как ожидается, в следующем году будет также принято решение о замене стареющего флота подводных лодок. Консервативное правительство премьер-министра Дэвида Кэмерона заявило, что поддерживает многомиллиардную программу обновления флота и намерена заняться строительством новых подводных лодок на базе Фаслейн.